«Благовест». Так называется традиционная ежегодная региональная выставка художников Придунавья. Весенний вернисаж Визмаильской картинной галереи, который знакомит посетителей с живописью, графикой и вышивкой местных художников и прикладников на духовную тематику. 7 апреля, в прекрасный солнечный день, в картинной галерее было много народу. На открытие выставки пришли художники-авторы экспозиции, их родные и близкие, ученики и поклонники, а также представители духовенства города во главе с настоятелем Свято-Покровского кафедрального собора отцом Симеоном. В экспозиции были представлены 73 работы 32 авторов. Это полотна постоянных и активных участников выставок на духовную тематику маститых и хорошо известных художников Александра Кары, Владимира Дудника, Ивана Шишмана, Ивана Коцафляка, Татьяны Соколовой, Сергея Сухинина и многих других. На торжественном открытии вернисажа выступили директор областного центра эстетического воспитания Ирина Федорова, настоятель Свято-Покровского собора отец Симеон, художники Иван Шишман, Александр Кара, Иван Пастырь и многие другие. Богородице Дева радуйся и многие лета исполнит для присутствующих ансамбль духовного пения священники Свято-Покровского собора. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер». Богородица Дева радуйся.